Арифметика строительная тоже штука непростая. Сотни миллионов рублей каждый год уходит на капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе. В 2020-м ситуация не изменится. В 8 территориях Иркутской области уже идет техническое обследование зданий и разработка проектно-сметной документации. В списке 162 строения. В целом же в этом году в регионе должно быть отремонтировано почти 600 домов. Большинство из них в Иркутске и в Братске. Плюс еще более чем в 700 домах не завершены работы, хотя они должны были закончиться еще в 2018 и в 2019. Причин таких задержек масса. Из основных – ошибки подрядчиков при разработке проектно-сметной документации, слабая техническая подготовка таких компаний, безинициативность собственников и управляющих компаний в плане выбора вида работ. Продолжится также замена лифтов. Однако уже сейчас в фонде отметили, что режим самоизоляции существенно повлияет на ход ремонта. В настоящий момент половина подрядных организаций, включивших договор с фондом капитального ремонта, завели в адрес фонда обращение о приостановке выполнения работ, ссылаясь на указ президента, на указ губернатора. Конечно, в части исполнения работ по капитальному ремонту в зоне подтопления, это зона ЧС, город Тулун, город Нижнеудинск, работы продолжаются и будут выполнены в срок.